гуглить. Вот Stockfish, программная программа интеллекты, этот, как он называется по-русски это слово, в общем, не настоящий интеллект, компьютерный уровень 7 против Microsoft Titan 10 уровень. Попробуем поиграть, посмотрим, что получится. Хотя здесь Microsoft очень долго думает. Нужно включить графику. Так, я выбираю белый. Вот это Microsoft Titan белый. Ой, не то выбрал. Так. А ну да, я белый. Какой он тут идет? Он идет. Возле где королева. Это не самый лучший ход. Вот черный как быстро сразу. А вот этот Microsoft там долго думает. Видно, что он как-то несовершенно проверяет варианты, раз так много нагружает компьютер, чтобы ему так подумать надо. И то я уверен, что выиграет вот этот Stockfish 7 уровень. Вот рейтинг его такой 2200 условно. Так, слон вышел погулять. Возле королевы. Вот этот Stockfish левел не натуральный интеллект, не человеческий, open source, открытый вроде бы, то есть его на Linux вроде мы создали многие люди, и он победил, я читал, там какого-то коммерческого интеллекта. Они несколько, один день или два дня там бились, победил. То есть люди дармовые делают интеллект, и он лучше, чем коммерческий. И вот второй конь выводит.
Если по времени играть, там будет спокойно. Мы как Stockfish, а то Microsoft ложу. Белый конем. Второй конь выводит. Черный на коня. Ну это чистит там он старый. Две тысячи девятый год. Поэтому там некачественно сделан, он там много ресурсов забирает, слабо думает. Вот он как-то нехорошо шаги делает. Вот это вот слон закрыт, вот пешка и заблокирован как-то. То он все так тупо делает. Лучше было бы подпятнуть этого вот слона, а тут с пешкой подойти. Так, а что? Вперед пешкой пошел. Это в 2006 году еще было можно поиграть с компьютер человеку, теперь так совершенно ни за что не поиграешь, если он все свои. Мне вот этот седьмой уровень, это уже и то очень трудно обыграть. А есть даже восьмой, то он на седьмом уровне мгновенно ходит. Так быстро. Наконец сообразил подпинуть вот этого слона. Ничего не думаю, сразу бьет. Тут-то если бы загрузить подольше вот на компьютере, если он вот так быстро думает, а если сделать как и человеку, чтобы он минуту мог думать, тогда он бы такие варианты сложно бы выдумал, что человеку без никаких шансов было бы обыграть. Тем более, если процессор побыстрее поставить еще. Вот тут смело. Вот как. Хитро. Вот уже на таком простом. Похоже, придется уже терять либо коня, либо слона. Ничего тут не придумаешь. С самого начала уже прокололся Microsoft. Чего-то не нас. Вот он сбил коня. Теперь королева может бить. Вообще тут дела уже. Microsoft уже такие нехорошие пошли. Я думал, что хоть черных, но если белых, так еще. Но все равно тут уже проигрышная белых позиций. Два слона у него, слон и два коня. Уже нету, что тут смотреть.
Вот против 6-го уровня, если попробовать, тогда может еще Microsoft и выиграет против 7-го. То может попробовать против 6-го еще. Что сделал Microsoft? А подошел слонем на коня напал. Или нет? А я не понял, что он сделал. Вроде бы как слоном подошел, а вторым слоном подошел. На второго коня напал. Который под королевой. Шаги бестолковые делают. Черная сразу рокировка. У белых и так преимущество, что они первые идут. А, ну, видимо, что вот тут не подошел. Королева не подошла. Хотя она коня защищена. В общем, непонятно. Тут рокировки не делает. Башню не подошла. А, нет, рокировку сделала. Белые. Напал на этого слона. Черные. Белые бьют коня. Слон вообще лучше немного, чем конь. А черные бьют вот этого слона. На королеву нападает. Я спокойно могу спешку эту сбить. Королева тут идет. Конь идет. Тут. А теперь очень странно, теперь слон и можно, а нет, где уменять этим слоном, а можно бить этого слона. Странно, как-то он так, но белые так и сделали.
сбили вот этого, теперь королева сбила. Все равно конь в плюсе у черных пешек. Сколько? 1, 2, 3, 4. Но у белых больше пешек. Королева бьет слона. И вот эту пешку может быть. 8 пешек у белых, а у черных 6. То есть вообще-то конь это как 3, кажется, пешки, или как 2, или как 3. То есть примерно можно сказать ровная позиция. Ну и зачем-то так идти? А если он бьет, тогда мы бьем коня. Ну, черные защищают коня. Так что можно сказать, в какой-то мере примерно ровная сила. Может, на одну пешку проигрывает белый. Белые подошли. Тут. Королева. Тут. Напала на эту пешку. Но тут можно этой пешке подойти и защитить ее. Либо можно сбить башни, а тогда он бьет эту пешку. Так, белые сбили пешку. Напали на королеву, но королева может эту пешку просто сбить. Так и сделала. Белые подтянули коня, но этот, сказал бы, неплохой ход. Черные подтянули королеву. Чтоб заблокировать путь королеве, она как бы застряла несколько. Черные тут. Вообще белые не так уж пока как бы все держится примерно на равных. Так, 1 2 3 4 5 6 7 пешек. 1 2 3 4 5. На 2 пешки выигрывает белые, но зато без коня. Это примерно белые тут идут. Это нормальный ход, как бы. Черный шаг делает.
Ну, король нашел. Тоже все хорошо. Опять шах. Ну тоже как бы все хорошо, этот стокфиш любитель шахи строить. Он тут такую грань ловил. В общем, он умно действует, умеет как шахами на маты довести. Король опять тут подошел. Где и был. Королева опять. Шах. Может, видела, что не сладкий. А. Вот он бьет эту пешку. Вот в чем ее фишка. Но белые могут. Король отходит. Они бьют она. Она конем нападает на эту пешку. Можно вперед этой пешкой подойти. А, и отходит конем, нападает на пешку, и заодно на королеве угроза стоит. Вот башня бьет королеву. Потому королева может тут идти, когда он бьет, королева бьет эту пешку. Ну, хотя... Мат, да, только не тут, а вот тут. И на эту пешку нападает. И защищает заодно эту пешку. Конь сбил. Ну вот, теперь уже более явно видно, что черные выигрывают. Уже на одну пешку только белая выигрывает, но зато теряют коня. Что тут уже черных легче гораздо выиграть. Но держится пока белый. Просто. Они белые отыграли пешку. Напали на коня. Защитила коня черная. И напали двойным ударом на пешку. Королева может тут пойти защитить эту пешку и эту пешку. Но потом эти могут вот тут пойти, будет тройной удар на эту пешку. И уже белые ничего не смогут сделать. Так что белые сделали. А вперед подошли. Уже, видимо, поняли, что... Ничего не сделаешь, эту пешку придется отдать. Королева шах. Король в угол идет. Пешки подпинает королеву.
Вот, а если... А, нет. Королева тут. Я тоже думал об этом в ходе. Тут как тут другую башню подогнал черный. Ну, тут белые держатся не так, как на 9 уровне. Стокфиш раз-два и мат поставили. А белые подошли башни второй. Чтоб на королю, на эту пешку напасть. Вот. На башню конь упал. Теперь белые на три пешки выигрывают, а не на две. Хитро тут ходит. Защищает эту пешку и этого башню защищает заодно. Теперь надо вынужденно бить, потому что если не будем бить, либо надо королевой тут поспеть, чтоб был тут защищена эта полоска. А куда пошел? А вот тут. Ну, шах. Конь. Ну, а тут уже похоже не очень хорошее. Ну, пока еще трудно сказать, или тут что-то есть близкое к проигрышу белым. А черные идут тут. И шах. Вынуждены белые опять куда-то идти. Королем. Белые башни защитили. А, ну все. Белые поняли, что ситуация проигрышная, поэтому уже все отдают башню. Подержались, вроде бы держались, и уже все. Все, уже белым конец.
Ну вот, теперь и королева потеряет. Нужно против шестого уровня играть. Снимаю слишком трудное для Microsoft. Чистый там. Вот. Белые что сделали? А белые заблокировали королеву. Черная бьет королеву. Белые так быстро подошли. Черные. Ну вот сюда. Белые ну там обратно. Все белые. Быстро ходит. Все, вроде бы мат. Все, мат. Наиграем. Может как-то не везет, когда идут. Давай реванш сделаем. Только нужно меня... Ай, ладно. Заново. Шестой уровень. Я черная посмотрим. Что на... Так. Я белыми буду играть. Белые идут тут. Ну вот шестой уровень или победит Microsoft. Чисто там. Нет, тоже тут белые конем нападают. Ну, ничего не нападают, просто выводят коня. Черный. Думает, как долго. Белые сразу. Второй. Без никаких стеснений открывает эту линию, чтобы... Хотя тут могу черные победить, потому что тут шестой уровень. Стокфиш. А тут десятый. Черные. Попадает на коня. Белый бьет пешку. Выиграет. Выиграл.
дыхание. Чёрный тоже бит. Белый сразу. Шах. Вот тут оставить самое лучшее. Либо коня, либо пешку. Лучше пешку, мне кажется. Чтоб потом не сдваивать. Шах, вот этот Stockfish любитель шахи строить. Кстати, Microsoft он так как бы спокойный. Он если так по пешкам, так он вроде бы выигрывает, но у него не развита как бы тактика, чтоб устроить мат. А ему там, наверное, у него все не развито. Конём защищает. Теперь рокировку вижу, что черный надо делать. Черную рокировку сделали. Белые королевы так быстро подходят, что даже не заметил. Вот как загружает сильно компьютер черный, начинает вентилятор громко нудить. Белый подпинает этого, правильно делает, чтобы его выгнать отсюда, чтобы он либо коня бил, либо уходил. Дальше, если сдвоят пешки, он собьет коня и сдвоит, так это ничего страшного. Зато проход откроется для башни. Но слон более ценный, чем конь. Вообще-то. Так, черные. Ну что опять за ерунду черные вытворяют? Ай, они хотят башню сбить. Вообще-то хорошо. Если этот бьет слона, тогда черный бьет башню. Вообще-то мудрый ход. Но с матом не связан. Где пышные белые конем вышли? Но это как бы бестолково все равно. Ну и что, и зачем? Чтоб под боем был слон постоянно. А тут королева бестолково висит. Просто. Вот опять какую-то ерунду делает. Ну зачем тут башню вести? Бестолковый шаг это.
Загородил, конь загрожает проход. Зачем так надо было идти? Вот белое более правильно освобождает. Вот этот слон перекрывает вот эту линию. И рокировку дает для королевы, короля и для башен ход. Ходить могут башни свободно по этим линиям. А тут вот все закрыто вот. Вот не может эта башня участвовать никак. Конь тоже тут закрыта достаточно сильно. Слон мешает башне ходить. Как-то не развивает нормально фигуру этот Microsoft. Вон, наконец-то слоном вышел. Башню полностью почти перекрыл. Даже на 10 уровне так бестолково играет этот Microsoft. Что сделал Microsoft? То есть не Microsoft, а Stockfish. А, пошел вот тут. На этого слона напал, чтобы он... А теперь слону никуда не остается отходить. Тут его бьют, а тут конем защищен. Тут королева бьет, там бьют. Тут еще может и обратно идти. А вот теперь король сделает рокировку. В общем, тут под боем все будет. Так, что сделал Microsoft? А назад одним отошел. Вот, рокировку сделал. Странно, что в эту сторону. Ну, как я уже раньше играл, так один раз ничью, кажется, был 6 уровень, 9 уровень Microsoft. Microsoft бьет пешку. А другой раз, или два раза, кажется, Stockfish выиграл 9 уровень Microsoft. Stockfish 6 выиграл 9 уровень Microsoft. Так, белые конем подошли. Тут. Почему-то не бьет эту пешку. Ну вот, теперь-то Microsoft выигрывает. Одну пешку. Плюс для королевы открыт вход. А, он конем отошел, чтобы вот этот слон на королеву напал. Королеве нигде не остается, как тут идти. А, так отошел. Вот слон бьет. Королеве бить остается только. А тут подозреваю, что либо ничья будет, либо Microsoft выиграет. Microsoft бьет, конечно.
Потому что если уже девятый уровень играет в шестом, да ничьи иногда будет. Десятый уж и должен. Точно. Либо ничью будет, либо выиграть. Либо где-то может проморгать что-то. Так. Черные тут пошли. Белые на королеву напали. Черные могут выгнать с короля из привычного места. Так и делает. Быстро сообразили белые не опоставить тут. Черная гонит пешку. Естественно, разумно. Белая королева на башню атакует. А, на эту пешку. Вот, вот этим королевой. Чтоб мат устроить. Я вижу белый, надо тут идти. Надо же так. Теперь белые уже начинают атаковать. Белые били коня, то есть черные. Белые, конечно, бьют. И теперь могут вот тут подойти и на этого коня напасть. В общем, тут уже черным сложно. Ситуация может быть близко к мату. Если эту башню теряет, тогда тут двойной удар на эту пешку, тут мат быстро может быть. Так, что черные сделали? А конем? Вот тут надо коня выводить. Так. Тут уже нехорошо на черных. Белые издвоили башни. Ну теперь черные вот этой башни должны тут подойти. Ой, тут. Чтобы этого коня защитить, иначе нехорошо им будет.
Вот у белых королевок над там скрыто. Она только вот по этой диагонали ходит и нигде не может ничего больше делать. Вот этой вот, вот по этой ходит, защищая диагональ. Так, что сделали черные? Конем. Чтобы этот вот защитился. Ну и вот теперь черные бьют. Слона и теряют пешку. Даже может выиграть этот стокфиш. У белых только конь не участвует, а у черных королева не участвует. Ну, черные, конечно, сбьют, а то другого выхода не остается. Белые тут идут. Шах. Черные теперь собьют. Белые опять пойдут и опять шах будет. Потом королева бьет эту пешку, и тут шах и мат может быть. А черную конем защитили. Вот как и ожидалось. Ну все, теряет башню черную теперь. А нет, а да, конь не может бить королеву, потому что он открыт перед королем. Надо было башню бить, наверное. Даже 10 уровень победил стокфиш. Вот это интересно. Как оказывается слабая Microsoft программа. А нет. Я уже думал, что король отойдет и сбьет башню. Оказывается, не так все. Просто защищает башни, тогда бьет пешку. Но все равно, похоже, тут уже черным конец. Уже и по пешкам белая выигрывает. Одинаково вообще. А нет, белых 6 пешек, а черных 5. Так, что сделали черные? А черные сбили башню, белые тоже сбили. Теперь могут сбить этого коня белые. Теперь, наверное, королева. А не может королева тут. В общем, все черным конец, мне кажется. Что черные сделали? Думаю.
мод, как черный, защищает коня. Но тогда вот так сделает королева. Могла, правда, даже эту пешку сбить. Заодно. Что, опять башни подойдут тут? Чего больше не остается? Белые опять тут. И так бесконечная игра будет, либо что-то белое придумает. Еще так. Черные тут опять понашли. Белые опять тут. Так, ничья будет. Сейчас несколько столько разов. Ничья будет. Так вот, странно, что белый не бьет пешку. Тогда, видимо, если не сбьет пешку, король может вот тут подойти. И что-то белые этого боятся. Так, черные опять ступенут. Ничего не остается, но белые уже, чтоб не было ничьи. Тут инут. А тут, возможно, теперь буду так примерно одно и то же ходить, только немножко варьировать. То есть как бы получается ничья. А вот белые наконец вышли из этого положения, то есть черные, и напали на эту пешку. Белые тут как тут защитили эту пешку. Черные тут, куда им еще эти белые тут, что повторяться будут. Черным опять остается только тут идти. Иначе проиграют. Сюжет. Поменяли дудку. Наконец так шаг построили. И теперь черным остается опять тут идти. Значит, если король отходит, они бьют просто коня. Ну вот, белые уже еще по-другому сделали, чтоб не повторяться и не было ничьи. Только мне интересно, почему они сразу этой пешки не сбили. Тогда, я думаю, у белых бы было преимущество.
они... Понял, тут эти пешки тоже открыты, поэтому белая за их, наверное, беспокоится. Черная тут. Белый опять повторяет свою сказку. Тут, похоже, ничего нет другого, как ничего и закончить. Черная опять тут, белая опять тут. А, белые, правда же. Вот эта пешка блокирует, так бы сбила мы королеву и всю эту башню. Так. Белые пошли тут. Черные пошли туда, во, это правильно. Теперь черные могут подобраться к этой башне и как-то там атаковать ее. А у белых конь вот тут застрял, он не играет, а у черных играет. Пока конь тут доберется до этого всего, много потерять может. Он там долго будет добираться, он не успеет. Так, что белый делает? А, то есть черный. Подтянули черных, черные. А черные тоже как бы королевами разменяться. Пошли тут. Вот. Бьет и шах. И все. Черные потеряют королеву. А не, черные пойдут тут и нападут на королеву. Ничего не потеряют. Ну, черных пешек меньше. Нагадались. Белые наконец эту пешку сбить. Давно ее надо было бить. Ничего не остается, как тут. Белые просто могли сбить эту королеву. Черные бы тоже сбили королеву, и белые бы по пешкам бы выигрывали. Белые не хотят, не хотят. Не тут. А вот тут его, похоже, уже... белым, черным капут. То есть
черные уже ничего сделать не могут. Если черные тут идут, то просто... Аня. Черные тут идут. Все то же самое. Странно, что черные тут пошли. Теперь же королева может сбить вот этого коня. Лучше было бы тут идти. Видимо, может, Microsoft шахматная программа не любит ничей, поэтому она как бы ищет разные способы, чтоб не повторялось, хоть и может проиграть. Или она что-то тут задумала. Вот белые просто бьют коня. И что? И зачем черные так поступили, непонятно. Они могли в ничью все превратить. Ее попахивает матом. Думаю, тут король вот тут пойдет, чтобы напасть на эту башню. Вот он тут и пошел. Королева. Все, мат. Ну, давай анализ посмотрим. Даже 10 уровень обыграл. 6 уровень стоп фишн. Меня в конце интересует, или там можно было ничего и все завершить. Что-то это опера глючит, поэтому запросите компьютерный анализ. Ну а тут показывает, что у белых преимущество. Ну сама королева залезла там, куда не надо. Вова тут. А нет. Все равно показывает, что у белых тут сильное преимущество. Потому что мат, значит, это ничего тут такого нет. Ну вот, допустим, вот черные пошли. Вот тут. Это была их ошибка. Надо было вот тут идти. Тогда белым куда идти? А вот сперва тут было место, где черные были. Даже 9 уровень был ничего с белым. С 6 на 10 проиграл. Вот белые бьют эту пешку.
Мир черная вода должен идти. Черные, наверное, потом, то есть белые, должны гнать вот эти пешки вперед. А они потом говорит, что вот тут надо идти. Ладно. Да, тут правильно. Тут надо идти. Черным тут надо идти. И что белый примут. Черным, думаю, надо эту пешку бить, чтобы наконец королеву выбраться отсюда. Подсказывает, что тут надо. Вот 6-й уровень был обыгравший этого стокфиша 9-го уровня, 10-го пока как бы и не был. Просто Microsoft, просто этот Microsoft 10 очень долго думает, что его в какой-то мере сложно обыграть, что он долго думает, нельзя повторять много раз попытками обыграть. Ну тут, наверное, ясно, что тут белые выиграют, потому что потом можно разменяться башнями, потом белые будут гнать пешки вперед, так как белых пешек больше, то они выиграют. Даже если черные эту пешку возьмут, будут 4 пешки, у него будет 5 пешек. Ничего не остается, как иметь эту башню. Что это опера-то глючит, не понимаю. Это такая версия. Вот, 12-я. Ну тут правильный ход, чтобы эту пешку защитить. Ладно, тут не буду смотреть это. Тут и так понятно, кто выиграет. Вот когда уже такой серьезный перевес, уже тут только можно по глупости проиграть.
А тут черное выигрывание в этом месте. Только что они одну пешку выиграли. А дальше вот там не надо было залазить. А вот тут белые могли сильно очень выиграть. Вот белые... Белые бьют пешку. Теперь королеве надо куда-то убегать. То иначе вот этот бьет это. Королева нигде не имеет куда убегать. Тут ее бьют. Тут конь бьет. Тут этот бьет. Тут пешка бьет. Тут этот бьет. Только вот тут одно место вот остается. И тут конь бьет вот этого коня. И он пешку сбил еще. На башню. Нет, все-таки ничего он тут такого супер. Нет, все равно показывает, что белых преимуществ. Чем дальше, тем больше. В общем, так, заканчиваю.